Добрый день. Остался народ, который еще с полтора года не верит в существование автоследования, поэтому покажем последнюю доходность нашу, грубо говоря, за полгода с начала года, как мы стартовали и как она росла. Ну и сразу перейдем к концу, и видно, что это значительно больше 100%. А вот так вот росла прибыль с начала года. Так, у нас июнь закончился. Или закончится. То есть сейчас будет ровно полгода. А за полгода у нас 70% доходности порядка. Это 140% годовых. Ну и средняя по палате это 110% годовых чистыми. Чистыми 110% это то, что клиент забрал себе. Так как у нас до 1 июля автоследование было абсолютно бесплатным. И это закончилось. Как, собственно, и закончились места. Теперь у нас и платное подключение, пока все полтора года спали. И у нас от 30 тысяч осталось буквально несколько мест. И мы все сделали такие тарифы, чтобы, в принципе, ну, льготные. Там первые 25% не облагаются ничем. Грубо говоря, для стандартного тарифа на VIP-тарифе. Там условия еще у нас лучше. Но просто мы точно знаем, что, сколько у нас осталось мест. И что до сентября мы последний подключим резервации. Это автоследование станет закрытым. Только просто, я не знаю, какие-то должны быть весомые супер причины, чтобы мы кого-то на это автоследование взяли.